Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край! У нас 25 января 2022 года. Дима, а почему ты не продаешь элитную недвижимость? В смысле не продаешь элитную недвижимость? Ребята, да ключей от элитной недвижимости на эксклюзиве столько, что они в сумку не помещаются. Но это же точечный клиент. Это же абсолютно точечный клиент, который позвонит раз в году и скажет: Дима, Дмитрий Александрович, уважаем, у меня 100 миллионов рублей. Куда мне инвестировать? Что мне вложить? Я скажу: ну-ка, давай дом с видом на море, где-нибудь на шоссейной, где-нибудь в хосте. Нет, он говорит, я дом не хочу. Я не хочу в ней возиться ни с канализацией, ни с какими коммуникациями разбираться. Я не хочу ремонтировать постоянно дом. Потому что дом, ребята, это все равно большая головная боль. За сколько бы его ни купить, даже если за 200, за 300 миллионов я покажу вам дом, там будут все равно свои нюансы и свои моменты. А это... Вы приезжаете спокойно, открываете ключом, заплатили в управляющую компанию какие-то деньги за обслуживание, просто банально коммуналку и все. Воровского 41, ребята, центр, центре некуда. Вот ничего нету центрее, чем Воровского 41. Жилой комплекс «Парус», дан был еще в 2014 году. Это статус квартиры, ребята, абсолютно беспроблемный юридический технический дом. Абсолютно беспроблемный. Полная сумма в договоре без проблем, ребята. Везде все риэлторы продают то, что я вам сейчас покажу, за 65 миллионов. А если вы наберете мне, только я вам в этом городе продам это за 60, ребята. За 60. Посчитайте, что это скидка от Дмитрия Александровича. Просто скидка, ну просто 5 миллионов скидка. Нет, на самом деле, ребят, 65 миллионов рублей, 110 квадратных метров, отличный ремонт, это 4-комнатная квартира, там 3 изолированные спальни и великолепная кухня и гостиная. А какая там панорама на морпорт, ребята? А какое здесь вокруг заполнение? Вам что нужно рассказывать, что такое Воровского? Да если вы захотели покушать просто хороших, грубо говоря, морепродуктов, то вы пошли вот сюда, в ресторан «Океан». Если вы захотели средиземноморскую кухню какую-то, то прошли вот здесь вот 10 метров, и вот вам ресторан средиземноморской кухни. Если вы захотели просто дома приготовить великолепный ужин для своей любимой, то вы просто вышли, подошли вот сюда, купили фрукты, овощи и приготовили дома, ребята. Если вы захотели своего ребенка отправить в школу не с личным водителем, а на автобусе, потому что он себя плохо вел, весь вечер играл в телефон, то, пожалуйста, вот она, остановка, ребята. Если вы захотели пойти в Сбербанк и снять немножко наличных денег, чтобы заплатить мне, например, за эту консультацию, то вот, пожалуйста, ребята, вам Сбербанк. 33 удовольствия и все на улице Воровского. Здесь есть абсолютно все. Школы, детские сады, все, что вам нужно. Потому что, ребята, это центр. Центрее некуда. Сейчас я переверну спокойненько камеру, зайду в этот непосредственно жилой комплекс, покажу вам 2 этажа наполнения. Вы поймете, так сказать, что там находится. Там где 15 салонов красоты, несколько магазинов, еще пару ресторанов. И даже если у вас дети занимаются непосредственно танцами, то, грубо говоря, в ТОДО, Скале Духовой, вы можете отдать и заниматься. Он прям будет просто выходить из квартиры с 22 этажа спускаться вниз. Кстати, есть еще подземный паркинг, ребята, 3-этажный. Короче, здесь есть все. Осталось самую малость. Взять 60 миллионов, приехать ко мне и купить это. Все, ребята, переворачиваю камеру, пока. Давайте в спокойном режиме, на чили, на расслабоне теперь. Да, мы же себе можем это позволить. Все-таки как бы у нас такая квартира в центре в скором будущем будет. Ребята, ну еще раз. Автобусная остановка. Понятно, что она вам не понадобится, но тем не менее. Кто хочет в центре как бы двигаться, работать и так далее, в любом случае имейте в виду, вся движуха в Сочи в центре. Вот хороший ресторанчик «Океан». Здесь, если вы хотите чисто-чисто по картошке фри пробежаться, то нет проблем. Зашли, сувлак себе заказали. Присели вот сюда, покушали. Здесь обалденный сувлак, ребята. Это я вам говорю, потому что я знаю. Действительно, здесь рядышком, пожалуйста, Сбербанк, всякий хозяйственный магазин, всякие, ну, рестораны. Наполнение шикарное. Здесь действительно подошли по нормальной цене. Вон картошечка 60 рублей, помидорчики, пожалуйста, 200 рублей, мандаринчики 100 рублей. Все есть, ребята. Я все спросил. Тут рыбка, пожалуйста, хорошая, колбаска, посмотрите, какое наполнение. Все подошли, купили, такая свеженькая. Вам тут привезли нормальную, в натуральной оболочке колбаску. Если вы не хотите в Пятерочку, то можете здесь, ребята, спокойненько. Про Сбербанк я вам уже все сказал. Вот он. Вот, пожалуйста, вам ресторанчик паназиатской кухни. И все у нас здесь на Воровского. Ну, кто не знает, что такое Воровского. Вот у нас, пожалуйста, парус. Вот таким вот образом он еще раз выглядит. Я сейчас зайду на 1-й этаж, на 2-й этаж. Просто вам покажу, что у нас здесь есть, перед тем, как зайти в квартиру, что у нас здесь наполнение, в принципе, более чем шикарное. Вы можете здесь, соответственно, ходить, девочки, делать себе маникюрчик, причесочки. Дети могут спокойненько здесь заниматься. Шикарное наполнение. Вот туда вход, соответственно, в жилой сектор. А здесь у нас офисный центр. Проявим немножко лени, не будем подниматься по эскалатору. Пожалуйста, МТС банк. Здесь у нас еще одна, так сказать, кофейня великолепная, где можно перекусить. И мы с вами попадаем на 1-й этаж торгового центра.
Ну, прогуляемся просто, ребят. Вам нужны очки, вы плохо видите, чтобы рассчитаться, пожалуйста. А вы хотите, чтобы ребенок ваш играл на фортепиано, пожалуйста, Мусторг здесь. Вы хотите просто сделать себе причесочку, маникюрчик, пожалуйста, делайте себе маникюрчик. Или, например, можете взять, отдать своих детей в Тодос. Вот, пожалуйста, два этажа, между прочим. У них здесь шикарная, я хочу сказать, студия по танцам, шикарно. Вот вам еще, пожалуйста, один салон красоты. Ну, если мы поднимемся сейчас на второй этаж, вы увидите еще примерно столько же салонов красоты и всего остального. Ну, давайте, для интереса, просто поднимемся еще на второй этаж. Ну, немножечко, просто поднимемся. Чтобы вы понимали, что здесь, в принципе, очень шикарное наполнение для обычного ЖК, понимаете? Для обычного сочинского ЖК это более, ребята, чем шикарное наполнение. Потерпите немножечко, мы сейчас с вами поднимемся уже в квартиру, и вы посмотрите. Вот здесь у нас Тодос продолжается, там у нас юридические услуги, пожалуйста, вы можете, кстати, проконсультироваться перед покупкой этой квартиры, потом у нас еще студия красоты, вот у нас еще студия красоты, здесь у нас, соответственно, дизайнеры, студия дизайн интерьеров, и здесь у нас дизайнеры, если вы захотите переделать ремонт, кстати, в этой квартире, себе все новое поставить. Вот, тоже можете обратиться сюда. Здесь у нас, пожалуйста, кухни великолепные делают на заказ. В общем, ребята, пойдем в квартиру, я вам покажу, как все выглядит в квартире. И, соответственно, вы уже насладитесь теми видами. Это они просто шикарные. При входе мы попадаем в зону прихожей. Обратите внимание, два идеальных встроенных гардеробных шкафа. Ребята, они огромные. Вот покажу вам на примере вот этого. Например, посмотрите. Любая хозяйка это оценит. В любом случае, вам скажет спасибо за это. Так, у нас здесь видеонаблюдение, мы можем спокойненько на домофон, который у нас находится внизу, не только видите здесь по периметру, мы смотрим, что у нас в подъезде находится, но и домофон, который находится на придомовой территории, мы тоже можем спокойненько с вами вывести видеонаблюдение и смотреть, кто к нам пришел в гости. Ну, пройдемте дальше. Смотрите, с левой стороны у нас первая. Первая – это у нас зона прачечная. Я сейчас вам открою, вы посмотрите, каким образом все это выглядит. Это непосредственно такая хозяйская. Небольшое помещение, где у нас есть сушилка, есть, соответственно, стиральная машинка, все необходимое помыть руки на всякий случай, так сказать, для жизни, и дублирует бойлер, несмотря на то, что, естественно, здесь все коммуникации центральные, вот, но, тем не менее, на всякий случай, полотенцесушитель и бойлер у нас здесь тоже присутствуют. Вот таким вот образом, ребята, выглядит прачечная. Далее, с левой стороны у нас идет полноценный санузел. Полноценный санузел, заходим. Включаем свет, смотрим. Здесь есть и ванна непосредственно, в которой любит полежать любая девушка. Это, ну, 99%, по крайней мере, женского населения любит это делать и будет вам однозначно признателен. И огромное зеркало, в которое она будет, естественно, любоваться. Далее. Далее у нас есть комната номер раз, так как у нас, ребята, три изолированные спальни. У нас есть с вами комната номер раз, это у нас детская. Обратите внимание, так как у семьи много детей, здесь целых 4, ребята, кровати. Целых 4, ребята, кровати. Очень интересно спланировано. И своя мини такая детская гардеробная, которая тоже крайне уместна для тех, у кого есть, так сказать, много детей. Вот, потому что у детей свои вещи, свои полочки и так далее. Вот обратите внимание, вот таким вот образом по стилю здесь сделано. Потрясающее панорамное, более чем такое обширное окошко. И вид, естественно, на море, на морпорт великолепный. Немножечко мы здесь с вами захватываем гору Ахун. Сейчас я вам посмотрю, покажу вам. Вот, обратите внимание. Давайте сделаем вот такую вот легкую паузу. Вот она, гора Ахун, видите, башня. Вот. И потрясающие видовые характеристики, конечно, на город, в том числе уже и на море. Но я покажу вам другое место, откуда гораздо шикарнее панорама. Здесь удобно встроенные розеточки, здесь, соответственно, детки сидят, занимаются. Очень оригинальное решение, очень правильное оригинальное решение, чтобы несколько детей сидело здесь и делало уроки. Да? Шторочки закрываем, чтобы они не глазели на море, так сказать, и на фейерверки, которые там происходят, и на разного рода мероприятия, которые частенько устраиваются у нас в городе Сочи. Итак, попадаем с вами в кухню-гостиную. Посмотрите, какая просторная. Вот у нас обеденная зона, обратите внимание. Любая хозяйка мечтает о такой кухне. И любой хозяин, естественно, мечтает о таком огромном холодильнике и таком хорошем просторном телевизоре. Ребята, вы просто обратите внимание на вот эту гостиничную зону, которая зонирована здесь. Здесь просто вы садитесь, бутылочка вина, и обратите внимание, какие здесь виды, какая уже здесь, ребята, панорама. Прям вы сидите, так сказать, на диванчике и смотрите вперед, ребята. Это у нас морпорт, и здесь все мероприятия, все фейерверки, вся движуха происходит непосредственно здесь. Вы просто кайфуете и понимаете, что вы успешный человек. Вот такая вот панорама. И обратите внимание, мы находимся на 22 этаже, какая тишина. Мы не слышим ни шума дорог, никакого постороннего шума. То есть очень хорошая
ребята, местечко, локация, и все достаточно более чем спокойно, несмотря на то, что мы находимся в центре, центрее некуда, мы выше всех. Обратите внимание, мы с вами сейчас находимся, ребята, выше всех в центре. Давайте пройдем дальше, я покажу вам дальше. Шикарная, шикарная панорама, шикарное, так сказать, окошко, все здесь выглядит крайне шикарно. Пойдемте, я вам покажу еще кабинет. Вот у нас, ребята, кабинет. На самом деле это зона кабинета, но сейчас люди попросили поставить сюда кровать, поэтому здесь поставили кровать дополнительно. Вот. А так здесь зона исключительно кабинета, с тоже и с идеальным, так сказать, шкафом купе. И здесь тоже идеальный, ребята, дублирующий вид на море. Просто потрясающий вид, потрясающая панорама. Это все нужно видеть вживую, и тогда вы поймете. И пройдем, естественно, во взрослую спальню, вашу, собственно говоря, непосредственно спальню, которая вот она у вас, она с отдельным санузлом. Вот, обратите внимание, вот таким вот образом здесь все сделано. Естественно, здесь, понятно, там и прикроватные столики, и все дела. И вот ваш, пожалуйста, отдельно гардеробный шкаф. Вот ваш санузел, который и должен быть, в принципе, во взрослой спальне, да? Вот вы заходите, у вас здесь есть своя, пожалуйста, душевая. Все сделано грамотно, все сделано правильно. Устали, посидели, отдохнули, почитали. Ребят, ну вот все как надо для жизни, понимаете? Все как надо и что надо для жизни. Про воду мы говорить ничего не будем. Это не тот уровень жилья, чтобы обсуждать, ребята, воду. Посмотрите еще раз. Вы просыпаетесь и просто подходите к окну и думаете: господи, как же великолепно жить. Посмотрите, какая панорама. Откуда и докуда панорама. Вот давайте, минута молчания, я вам просто покажу. Сейчас 4 часа, обратите внимание, рабочий день и такая, в принципе, спокойная и тихая атмосфера. Это с открытым окном я стою специально показать вам, как здесь тихо, спокойно и уютно. Ну, не прелесть ли, не красота? Конечно, красота. Ну, давайте еще раз покажу вам кухонную зону и на этом, собственно говоря, буду заканчивать. Великолепно, еще раз, обеденная зона, просто потрясающе все оформлено, все клево, очень сделано. Вот таким вот образом. Имейте в виду, что на сегодняшний день эта квартира есть у нас на продаже. Семья, ну в общем, вы все увидели, вы все поняли. Вон наш дом, говорим ему пока и идем на парковку. Потому что последний раз, когда я припарковался здесь, я заплатил около 10 тысяч рублей за неправильную парковку. Вместе с эвакуатором, естественно. Вместе с услугами эвакуатора, естественно. Правильно, потому что нарушать правила дорожного движения не нужно, ребята. Не нужно. Здесь есть где поставить Новоровского. Машину можно. Зоны для парковок есть, но не везде. Не везде. Поэтому в неположенном месте нельзя ставить. А я еще умудрился и поставить на место инвалида. Вообще, как бы, такое серьезное нарушение. Штраф 5000 рублей. Плюс доставка эвакуатора немножечко. Ну, в общем, это не суть. Вы теперь понимаете, что, ребята, элитка есть. Элитки предостаточно. Просто нет смысла ее постоянно анонсировать, потому что я ближе все равно к покупателю бюджетному, да, скажем так, среднему классу, да, не каждый себе может позволить за 60 миллионов, ребята, купить. Но я хочу сказать, что вот это предложение, это шикарное предложение, потому что есть и по миллиону за квадрат в этом доме, и по миллиону, ребята, за квадрат, поэтому это шикарное предложение для, еще раз говорю, для этой локации, для этого дома, для этой квартиры. И я абсолютно не шучу, я говорю вам реально откровенно, что 65 она стоит в продаже, и реально за 60 ее можно как бы купить. На сегодняшний день это так, ее можно купить. Поэтому имейте в виду, что такая квартира есть тоже на продаже. И в принципе варианты, если кого-то вдруг интересуют варианты домов от 100 миллионов там, до 100 миллионов. Если кто-то интересуется, а людей таких достаточно. Недвижимость в Сочи продается, ребята, и за миллиард здесь. И за миллиард, услышьте меня, здесь покупают недвижимость. Поэтому, и это не какая-то глобальная площадь, чтобы вы понимали. Поэтому, если у кого-то есть такой запрос на сегодняшний день, пожалуйста, у меня есть масса вариантов, ключи есть, доступ есть, я готов показать вам. И вот отдельное слово про аренду еще раз.
В настоящий момент эта квартира сдается в аренду. Ежемесячная прибыль составляет, чтобы вы понимали, сейчас вне сезон, не посуточно, а помесячно, 200 тысяч рублей. Арендаторы переходят вам по наследству, естественно. С мая месяца, посуточно, эта квартира приносит 500 тысяч рублей в месяц, ребята. 450-500 тысяч рублей в месяц. Вы представляете, какая доходность у этой квартиры? Это месяц. Поэтому, как бы, если вы не хотите проживать, и вам просто некуда пристроить 60 миллионов рублей, а такое тоже, ребята, бывает достаточно часто у людей, когда у них заваляли 60 миллионов, вам тоже, ребята, ко мне. Потому что 5 миллионов не каждый вам даст такую, как бы, скидку и цену. Ребят, а вообще, счастья, здоровья, любви вам. Ведь это самое в жизни главное. И если хотите жить в Сочи, тем более в центре, номер телефона вы мой знаете. Я вас обнял. Пока, ребят. Пока.